Здравствуйте, уважаемые учителя! Сегодня мы ознакомимся со вторым уроком второго модуля – сеть. Перед началом урока повторите пройденный урок. Как видите, на этом уроке мы изучим, что такое компьютерные сети, назначение сетевого оборудования, способы создания проводной и беспроводной сети. Далее знакомим учеников с сюжетом данного урока. После предоставления ученикам плана урока объясняем им, что такое сеть интернет. С помощью примечаний, данных ниже, можете провести дискуссию с учениками. В этой части объясняется, что интернет – это глобальная сеть, объединяющая многочисленные локальные сети. Здесь вы также можете провести дискуссию с учениками с помощью ниже указанных примечаний. А теперь проводим с учениками игру «Правда-неправда». Здесь мы делим учеников на группы по 4-5 человек. Задача учеников, посовещавшись в мини-группах, проголосовать верно или ложно утверждение, данное на слайде. На следующем слайде вы увидите, верно ли утверждение или оно ложно. Если оно верно, то цвет будет зеленым. Если оно ложно, то цвет будет красным. Проведя в таком формате викторину с тремя вопросами, переходим к следующей части. Здесь мы знакомим учеников с различными способами построения сетей. Дальнейшее рассуждение намного эффективнее проводить на доске. Используйте слайды только если нет возможности использовать доску. Таким образом, рассматриваем с учениками способы подключения 3, 4 и 6 компьютеров. И далее демонстрируем ученикам схему соединения «Звезда». Здесь объясняем ученикам, что в центре схемы может быть компьютер, сервер или другое оборудование. На следующем слайде видим, что заменив центральный компьютер кабелем, мы получим схему соединения шины. Здесь детям объясняем, что разница между шиной и звездой заключается в том, что если в звезде в центре находится центральный компьютер, то в шине в центре находится кабель, и мы его называем центральным. Далее знакомим детей со схемой соединения кольцо. Далее рассматриваем данный слайд и рассказываем ученикам о достоинствах и недостатках всех трех схем соединения. В самом конце знакомим учеников со смешанной топологией и объясняем, что здесь совмещенная комбинация схем шина, звезда и кольцо. Далее выполняем задание «Игра». Для проведения игры можно использовать два способа. Первый способ – это задание «Симуляция сетей разных схем, размещенных на платформе ученика, с которыми вы можете ознакомиться на следующих слайдах. А второй – это танец компьютерных сетей. К этому заданию вы можете перейти, кликнув на слово «Активность». Цель данного этапа – ознакомление учеников с принципами работы компьютерных сетей различных видов. В дальнейших слайдах размещены задания касаемо топологии «Звезда», «Кольцо» и «Шина». Можете их выполнить с участием учеников. Во второй части урока знакомим учеников с новым сюжетом. На этом этапе мы еще ближе ознакомимся с сетевыми устройствами. На этом слайде знакомим учеников с одним из сетевых устройств – модемом. Принцип работы модема дан в этом слайде в виде аналогии. А теперь знакомим учеников с другим сетевым устройством – роутером. Если это возможно, продемонстрируйте детям роутер наглядно. Было бы хорошо обратить внимание учеников на назначение портов для подключения. После знакомства учеников с роутером и модемом, дети приступают к выполнению заданий в рабочих тетрадях. Теперь задания о сетевых устройствах не покажутся им очень сложными. После выполнения заданий в рабочих тетрадях ученики могут перейти к заданиям на платформе. И в завершении напоминаем ученикам все пройденное на данном уроке. Рассказываем им вкратце о сетевых схемах, локальной и глобальной сети, а также о сетевых устройствах. Таким образом, мы подошли к концу урока компьютерной сети. Благодарим за просмотр.